меньшинства на льду у хозяев. Петерсон затаскивает шайбу, делает передачу на Дица, бросок, еще один бросок, и забрасывает Борисов в большинстве. Вот так вот. Автором шайбы становится Роман Старченко, который активнее всех сработал на чужом пятачке на добивании. Въехал Вихарев в голкипера Бориса, в Граховину, секундами ранее. Именно поэтому шайба Дьякова засчитана не была. Ну а вот Борис наказывает своего соперника. Проходит поперечная передача на Волка. И Волк делает еще один пас уже на пятачок, где подставляет клюшку под эту передачу Дастин Бой. После броска Фретина контрвыпад Адмирала. Бросок, еще один бросок. И все-таки добивается своего гостя после добивания. Отличается Адмирал. Хотя секундами ранее мог отличиться Фретин. Вновь Воронин. И вновь добавляет ногами Воронин. Наносит бросок из-под Даррена Дитца. Но уже не сильно. Шайба полетела после этого броска. И еще один момент у Адмирала. Смотрим, как развивалась эта атака. Решил Граховина сыграть клюшкой на выходе из ворот и допустил ошибку. На опережении сыграл Вихарев и отправил шайбу между ног с неудобной руки чешскому голкиперу Бориса. И продолжается эта атака Адмирала. Феоктистов делает передачу на Кубата. Кубат. Еще один бросок. И вот так вот отличается Адмирал в большинстве. Не с первого, но со второго раза. Кубат наносил бросок от синей линии. И вот вам и камбэк. Контратака Бориса. 4 в 2, видимо. И 3-3 счет становится. И первым на добивании оказывается Андре Петерсон. А Суэбер делает передачу на Кормье. Кормье решил бросить сам. Отскочила шайба прямо на клюшку Петерсону. И Петерсон первым же касанием нанес результативный бросок. Примерно 30 секунд остается играть в большинстве хозяевам. Кормье. Петерсон, бросок, наносит Маклюков. В ближний угол пытался нанести бросок защитник Бориса. Кормье ошибается, не проходит передача на Далмана. В полном составе Борис. Не удалось воспользоваться большинством гостям. Кормье. Хорошая передача, бросок Петерсона и ловушкой. Ловушкой отбивает шайбу Красоткин. И вновь Петухов, который сегодня очень заметен, делает передачу на Волка. Сразу два игрока Бориса оказываются на льду. Вот еще один момент у Петерсона в этой же смене. И вновь Красоткин выручил свою команду. Через ближний борт выводит шайбу из своей зоны владивостокцы. Устраивает их счет, судя по всему, играют они на его сохранение. Еще один бросок. Красоткин отбивает шайбу правым щитком. И Клюков делает передачу на Дица. Смотрим, подставлял ли клюшку под бросок Дица Фретин. Да, судя по всему, подставлял. Осетов. Смещается в центр. Улучшает позицию и наносит бросок в противоход Красоткину. Очень коварный бросок в исполнении Осетова. Ну и все. Выигрывает Борис со счетом 4-3.